Грация и пластика. Чемпионат Хакасии по художественной гимнастике собрал более 300 юных спортсменок со всей Сибири. Из нашей республики участниц было совсем немного. Почему, узнал Никита Андреев. Гибкость, пластика и артистизм. Услышав эти слова, сразу можно понять, что речь идет о художественной гимнастике. Спорткомплекс имени Булакина в минувшие выходные принимал открытое первенство Хакасии. Соревнования проходили в индивидуальном и групповом этапах. Это очень высокий уровень соревнований, ранг соревнований. То есть это первенство. Оно проводится один раз в год, и поэтому сюда так много приехало гимнасток. Более 300 участниц на данных соревнованиях. Самым юным участницам 6 лет, и чтобы к этому возрасту достичь хорошего уровня, заниматься гимнастикой надо начинать с раннего детства. За красотой и изящностью упражнений стоит большой труд и усердие. Ну, хорошо. Были ошибки, но будем работать. Да. Все прекрасно, все замечательно. Будем работать. Организация хорошая, зал хороший. Да, очень высокие потолки. Да. Вот у нас вот в зале в энергии, вот очень низкие потолки. Во время выступления за участницами пристально наблюдают судьи. Малейшая ошибка может стоить победы. Борьба идет буквально за считанные доли баллов, но и тут тоже все не так просто. Каждый олимпийский сезон правила меняются. Если раньше артистизм во время выступлений был бонусом, то сейчас эта оценка является обязательной. После олимпийских игр, которые прошли, они еще усложнились, судей в поле добавилось. То есть гимнастку, в принципе, обслуживает, когда она выступает на площадке одна, 18 человек. Сейчас очень важно, в художественной гимнастике добавляется 4 судьи артистики, то есть гимнастка обязана быть, ну, еще и актером на площадке. Некоторые коллективы побывали в Хакасии впервые и были приятно удивлены. Условия для подготовки в спорткомплексе имени Булакина превзошли ожидания даже победительниц чемпионата. Привезли детей на обкатку программы, выступить перед другими ответственными соревнованиями. Шикарный зал, шикарная подготовка. Все молодцы, все организаторы. Думаю, что мы будем почаще приезжать. Все очень сильно нравится. И место для подготовки хорошо, и организовано. Ну, все прям организовано. Художественная гимнастика как вид спорта в Хакасии только набирает обороты, поэтому на прошедших соревнованиях участниц из республики было совсем немного. В основном гости из других городов Сибири, в том числе уже имеющие в своей копилке награды разных уровней. Для наших спортсменок это пример для подражания и стимул для достижения новых успехов. Тут все очень красиво, грациозно. Много куда ездить, путешествуешь на соревнования. И если у тебя есть цель, ты ее добиваешься. Никита Андреев, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия.